сел пьяным за руль и превысил скорость. Полиция задержала 39-летнего жителя Гагаузии, ехавшего по Аргеевской объездной дороге со скоростью 130 км в час. Алкотест показал превышение допустимой нормы в 5 раз. Мужчина также не смог предъявить полиции водительское удостоверение. Ведется следствие. По данным полиции, в июне за превышение скорости были оштрафованы более 16 400 водителей. Это правонарушение стало причиной 80 ДТП, в результате которых погибли 7 человек и 98 получили травмы.